Лучшее время для поездки в Калмыкию – это весна. В зените весны в калмыцкой степи можно лицезреть такое уникальное явление, как цветение степных тюльпанов. Настоящие степные тюльпаны, они маленькие, но очень красивые. Алые, желтые, белые цветы, пестрая лента и тянутся до самого горизонта. И мало что может сравниться с этим чудом природы по своей красоте. Сегодня места, где тюльпаны цветут без человеческого вмешательства, можно сосчитать по пальцам. Калмыкия – это единственный регион в стране, где тюльпаны растут в естественных условиях на нетронутых цивилизацией территориях. Говорят, что в степи можно отыскать и черный тюльпан, который цветет один раз в 10 лет. Тот, кто увидит черный цветок, ни в коем случае не должен касаться его. Нужно просто постоять рядом и загадать желание. По легенде, встретить этот волшебный цветок можно лишь однажды в жизни, и эта встреча принесет счастье нашедшему его. Калмыкия – тихая республика на юге-востоке страны, про которую наш турист вспоминает нечасто и напрасно. Зажатая между Ростовской, Астраханской, Волгоградской областями, Дагестаном и Ставропольем, эта земля не похожа на своих соседей. Посмотрите на эту красоту. Настоящая страна Бумба из калмыцкого народного эпоса «Джангр». Приезжайте к нам и насладитесь, наполнитесь энергией степи. Приезжайте, друзья, к нам в Республику Калмыкия.